Здравствуйте! Это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите сегодня. В порту горят суда, причины пожаров и некоторые детали расследования. Авария в Путядинском районе, прорыв магистрального газопровода, устранение и последствия. Сорвали сроки, но до наступления зимы обещают успеть. Какие работы проводятся на стадионе «Локомотив»? Портовые суда горят. Сообщение о новом возгорании поступило на минувшей неделе. Пока транспортная прокуратура и полиция ведут расследование, судно готовят к утилизации. Об этом сообщили рабочие. На месте побывала Галина Кудряшова. Этот буксир пострадал первым. Сообщение о возгорании поступило 30 сентября. К счастью, на борту, кроме капитана, никого не было. Вся команда находилась на берегу. По факту возгорания Следственный комитет на транспорте ведет проверку. А пока рабочие строят собственные догадки. Просто когда его заправляли, я сам чувствую, ацетоном пахнет. Это все берут, некачественное топливо берут. Капитана доставили в больницу с травмой руки. Известно, что судно выгорело изнутри. По версии следствия, пожар произошел при розжиге отопительного котла. Но на этом возгорания не закончились. 2 ноября в 12 часов 4 минуты поступило сообщение от очевидца о том, что в 8 районе Борок, города Рязани, со стороны речного порта видно сильное задымление. На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что происходит горение двух речных тягачей. К тушению привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Во время съемок сюжета в порт подъехала машина водолазов. Это представители частной компании. Кто их вызвал на место пожара, они так и не сказали. Хорошо. Сначала он сейчас это неофициально, он обследует все, узнает результаты, передаст начальнику, тот потом будет сделать там, экспертизу будет придавать, это там солярка, от чего он сгорелся, проводка, солярка, может солярка, они добавляют. Внешние, внутренние и так далее. На пробоины. От разговора на камеру мужчины категорически отказались. Нам удалось созвониться с представителями речного порта Рязани. Однако они утверждают, что экспертизу не заказывали. Более того, отношения к судам не имеют. Теплоходы нами проданы. Что с ними делает новый собственник, я знать не знаю. Ждет он их, танцует на них, шашлыки жарит. Это не мои проблемы. Понимаете? А все пожары приписывают речному порту. А какую-то выплату зарплаты приписывают речному порту. И главное, у нас из-за этого потом от проверяющих организаций возникают вопросы. Тем не менее, когда наша съемочная группа проводила съемки в районе порта, нас пытались выпроводить представители именно этой организации. Нет, я с вами знакомиться не хочу, я здесь работаю. Чужу вот такие журналисты, не знаете, где находится Рязанский наш порт, где управление там, то есть, где сидит директор, где заместитель сидит, где все бухгалтерии там. На борту одного из сгоревших судов бригада рабочих признаются, что сами не местные, от комментариев отказываются. Он дал команду было резать. Я говорю, как сорвали здесь милиция, пожарники, когда вызвались, убежали сразу махом. Поговорить на камеру с нами решился Александр. Он работает в порту 2-й год. Отмечает, что люди привыкли к этой работе. Возят песок в основном в Кузьминке. Говорит, многие экипажи недоукомплектованы. Люди работают без выходных. А профессионалы, которые по 40 лет жизни отдали порту, давно уволились. А руководство как реагирует ваше? Да никак. Они все давай. Все, выжимают с людей все, что можно. Люди без зарплат уволились. Работают, полгода работают, зарплаты не получают. Вот сейчас мы в июле месяце без премии все получили. За прошлый год премии не дали людям за ноябрь месяц. Что вы говорите? Люди убегают отсюда. Сотрудники порта информацию отрицают. О задержках зарплаты они не слышали, как и о дальнейшей судьбе судов. По их словам, буксиры продали до возгорания. Однако нового собственника называть отказываются. В настоящее время по данному факту проводится проверка Рязанским линейным отделом на транспорте в порядке статьи 144-145, по результатам которой будет принято решение. Для установления причин возгорания потребуется проведение пожарно-технической экспертизы. Кроме того, Рязанской транспортной прокуратуре также проводится проверка по данному факту. В том числе будет дана оценка возможным действиям собственника данных судов по утилизации. Мы следим за развитием событий. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В субботу, 3 ноября, в Путятинском районе произошла авария. При прорыве магистрального газопровода начался пожар. На место выехали пожарные и газовики. Кто-нибудь понял? Ну ты что перекрывать ты его будешь? Вот это страшно. А откуда столько, блин, газ бушит? Вот там давление какое. Ну а что они ничего не делают? Столб огня, по словам очевидцев, был виден жителям Сапожка и Сараев. Им говорят, шум стоял такой, словно в небе пролетал реактивный самолет.
Местные жители сразу же позвонили в МЧС. 3 ноября в 17 часов 55 минут поступило сообщение о прорыве газопровода у населенного пункта Унгор Путяйского района. К месту происшествия направлено 10 единиц техники, 24 человека личным составом. К 23 часам горение остановлено. В результате происшествия пострадавших нет. Разрыв со сгоранием произошел на 1844 километре магистрального газопровода «Средняя Азия, Центр-3». Разрушений нет, в том числе благодаря соблюдению охраны зон и зон минимальных расстояний до газопровода. Газоснабжение потребителей обеспечивалось по параллельным газопроводам. Велись подготовительные работы для установления поврежденного участка газопровода. Завершение установительных работ на поврежденном участке в Кизанской области удалось установить до конца 4 ноября. Работы проводились силами сотрудников Путятинского ПУЛМГ, это филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва», а также Маршанского аварийно-установительного поезда. В ремонте газопровода было задействовано 52 человека и 15 единиц техники. Газоснабжение потребителей не прекращалось. Расследованием причин разрыва газопровода будет заниматься специально созданная комиссия. Занимается в данный момент. По информации владельцев газопровода ООО «Газпромтрансгаз Москва», газоснабжение потребителей не прекращалось. Расследованием причин разрыва газопровода будет заниматься специально созданная комиссия. В полдень 4 ноября газораспределительная станция «Унгор» пущена в работу от передвижной установки. Минэнерго сообщает, что 5 ноября в 11:20 аварийно-восстановительные работы завершены. Произведена замена 44 метров участка трубы. Выполнена диагностика аварийного участка магистрального газопровода. К настоящему времени следователями проведены осмотры места происшествия, истребована необходимая техническая документация, продолжаются опросы очевидцев и сотрудников дежурных аварийных служб. С целью определения причин разрыва газопровода назначена инженерно-техническая экспертиза. Также устанавливается размер причиненного ущерба. С учетом всех установленных обстоятельств будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На рязанском стадионе «Локомотив» заканчиваются работы по реконструкции. Ожидалось, что спортом на нем можно будет заниматься с 1 октября. Между тем, уже ноябрь, а поле еще не прошло сертификацию. Дина Ислеева продолжит. Табличка о том, что работы начались 25 июля, а должны закончиться 30 сентября, осталась только на фото. После публикации в издании «Вид сбоку» все данные об организации, выполнявшей работы, убрали. Сейчас основные работы завершены, идет очистка от строительного мусора. Все, работа заканчивается. Точный срок я вам не могу обозначить, но уже вот все. Ближайшее время. То есть дети кататься смогут, как обычно? Конечно, да. Искусственное полотно – это предназначено для того, чтобы заливался каток. Так что, соответственно, все это будет заливаться, и в этом году все будет кататься. Между тем, поле с искусственным газоном до сих пор не прошло сертификацию, не сделано благоустройство стадиона, нет беговых дорожек. Снималось полностью весь стадион, весь грунт. Трамбовалось все это дело, песок засыпался, щебень, несколько слоев крупного, мелкого, отсев для выравнивания поля и за искусственное покрытие. Соответственно, по периметру делался еще дренаж, делалась ливневка, установка беговых дорожек и прыжковые ямы. Стадион «Локомотив» популярен зимой. Как правило, сюда ходят кататься на коньках. Остается только надеяться, что подрядчик успеет завершить работы до того, как выпадет снег. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В ближайшее время в России подорожают практически все товары и услуги. С 2019 года правительство поднимет налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Кроме того, в следующем году дважды будут увеличивать тарифы ЖКХ в январе и июле. Для автовладельцев новости тоже неутешительные. С 1 января и в продолжении всего года ожидается подорожание топлива, а именно повысится акциз на бензин 5 класса. Продовольственная корзина для жителей России в грядущем году станет тяжелее в среднем на 15%, так как ценообразование в этом сегменте напрямую зависит от стоимости бензина. Следует заметить, что продукты питания, произведенные на территории Российской Федерации из российского сырья, цены держат. Мясо, кур, макаронные изделия, картофель и другие продукты не росли в цене на протяжении двух последних сезонов. Как дела будут обстоять в следующем году – неизвестно. Для тех же, кто привык передвигаться на общественном транспорте, тоже есть новости. С 1 января 2019 года им предстоит заплатить за транспортные услуги на 7% больше, чем в 2018 году. Повышение тарифа будет касаться всех видов транспорта. Сотрудники госавтоинспекции города и области регулярно проводят рейд под названием «Автобус». Цель его – выявление нарушений правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Так, в период с 17 по 30 октября на территории региона сотрудниками госавтоинспекции осмотрено свыше 2000 автобусов. Было зафиксировано 578 фактов нарушения административного законодательства.
Это кадры оперативной съемки. Сотрудники госавтоинспекции проводят ночной рейд под названием «Автобус». Такие проходят постоянно. В настоящий момент сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области ведется усиленный контроль за осуществлением пассажирских перевозок. В ходе сплошных проверок инспекторы обращают внимание на техническое состояние транспортных средств, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также на строгое соблюдение ими правил дорожного движения. Работа по выявлению нарушений, в ходе которой осуществляются проверки транспортных средств, ведется как в дневное, так и в ночное время. Во время таких рейдов сотрудники госавтоинспекции останавливают пассажирские автобусы. Водители просят предъявить все необходимые документы. Если нарушения выявляют, то составляется протокол. Так, в Касимове удалось задержать водителя автобуса в состоянии опьянения. От освидетельствования мужчина отказался. Вот только санкции за такое деяние аналогичны управлению автомобилем в состоянии опьянения. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такое нарушение далеко не единственное. Одним из наиболее серьезных нарушений, выявленных инспекторами на данный момент, является факт управления пассажирским автобусом нетрезвым водителем. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, 41-летний житель Тульской области ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда гражданину был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами. Вот только эти меры водителя не заставили взяться за разум. В ходе освидетельствования было установлено наличие 0,819 тысячных миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это в 5 раз превышает допустимый уровень. Водитель отстранен от управления транспортным средством. Ему грозит уже не административная, а уголовная ответственность. Это штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. Также его лишат права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Всего с января по сентябрь текущего года выявлено 7962 нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. За 9 месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции в организациях, занятых в перевозке пассажиров на коммерческой основе, проведено 30 неплановых проверок. По результатам данных проверок выдано 5 предписаний и к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц. Одно юридическое и один индивидуальный предприниматель. Причины проведения рейда под названием «Автобус» понятны и без пояснений. Но все равно стоит обратить внимание, что за 9 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов, в результате которых 4 человека погибли и более 140 получили ранения. Отдельного упоминания стоит тот факт, что часто фиксируемые нарушения – это нарушение режима труда и отдыха и управление транспортом при отсутствии тахографа, то есть неисправности технических средств в контроле данных о поездке. Рейдовые мероприятия продолжаются. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Очередная спортивная победа. Рязанские каратистки Виктория и Вероника Старцевы приняли участие в чемпионате Европы, который проходил в Болгарии. На двоих сестры привезли 11 медалей, среди которых призовые места. Со спортсменками пообщалась Мария Рудая. Медалей у этих девочек столько, что на двоих не счесть. Вот и на этот раз с чемпионата Европы из Болгарии. Рязанские каратистки Виктория и Вероника Старцева привезли 11 медалей. Вика и Ника оттачивают свое мастерство 7 раз в неделю по 2 часа. 3 раза в зале с тренером, остальные тренировки проходят дома. Результат не заставил себя долго ждать. Что не чемпионат, то победа. У Ники на этот раз 2 золотые медали, 1 серебряная и 4 бронзовых. Эти соревнования мне запомнились не только соревнованиями самими, но еще мы сдавали на третий дан. Сдача проходила 2 дня. Мы сдавали кихоны, сами ката и кумите. Сдавали президенту федерации и его помощникам. Вика привезла наград не меньше сестры. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы стали итогом этого чемпионата. Девушки уверены, для того, чтобы постичь особую философию карате, нужно быть собранным и организованным. В будущем и Вика, и Ника хотели бы стать тренерами по карате и мечтают войти в олимпийскую сборную. Девочки уже объехали полмира благодаря спорту. Япония, Болгария, Польша, Румыния, Италия, Германия, Чехия. И это не вся география соревнований. А дома всегда ждут мама, 3 собаки и кошка. Во время интервью лучший друг Вики, Брэндон, не отходит от своей хозяйки. Для меня карате – это отдельное искусство. Вот. Перед боем я всегда думаю, как правильно зайти, с какой стороны, чтобы выиграть, чтобы попал удар. Это дом полный жизни. Здесь часто слышны звуки музыки. Девочки закончили музыкальную школу и с удовольствием играют в 4 руки самые разные произведения. Thank you.
Вика и Ника, помимо тренировок, живут жизнью обычных подростков. Встречаются с друзьями, читают книги, смотрят кино и, конечно, мечтают встретить своего принца. А также занимаются танцами. Впереди у девочек целая жизнь, еще множество чемпионатов и медалей. А пока их ждут тренировки, занятия по вокалу, танцы и подготовка к ЕГЭ. А еще сестры Старцевы семимильными шагами идут к самой вершине искусства карате. Получить третий дан в 15 лет – это дорогого стоит. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанец Андрей Мысев вышел в финал конкурса и претендует на звание народного участкового. Конкурс проводится МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Участвуют представители всех регионов. Победители определят посредством интернет-голосования. Рабочий день Андрея Мысева начинается с обхода участка. Он не маленький, только зарегистрированных 6500 человек. В полиции Андрей работает уже 5 лет. Пришел, когда расформировали военную часть, в которой служил после окончания авиационного университета. Рассказывать без погон не смог. Это был единственный вариант, поскольку на тот момент не было юридического образования. Ему предложили должность участкового. Он так и остался на этом участке. Работу любит. С людьми всегда находит общий язык. Как у вас тут обстановка на районе? Ничего. Нормально? Давай. Тут недавно бабушка к нам обращалась с заявлением. Вот якобы в квартиру к ней воры залезли. Да? Да. Никого подозрительных не видели? Не видел. Потому что вот вы с раннего утра... Не видел. Давно не видел. Одна из проблемных квартир в старой пятиэтажке. Хозяин злоупотребляет, а потому можно встретить здесь самых разных гостей. Да? Что-то опять пьешь. Как это есть? Профилактической беседы хватает, но ненадолго. Еще один постоянный адрес в соседнем доме. Анна старшая по дому. К полицейским часто приходится обращаться, когда жильцы жалуются на беспокойных соседей. Если есть какие-то проблемы с очень активными нашими соседями, подойдет, с ними поговорит, объяснит. Доброй души человек. Как участковый, замечательный. Звание он достоин, потому что работу он проводит очень много. Мы очень часто его видим. Постоянно он в работе, постоянно в делах. Но никогда не пройдет, чтобы не поздоровался. Все бабушки его любят у нас, уважают. Участие в конкурсе на звание народного участкового стало для Андрея Мысева неожиданностью. Его выбрали жители Рязанской области, а по статистике почти 500 000 граждан отдали свои голоса за лучшего участкового в каждом регионе России. Именно от меня в этом конкурсе ничто не требуется. Тут уже просто за меня должны голосовать граждане, которые посчитают, что я достойный. Mm-hmm. То есть я непосредственно участковую роль в этом – это зарекомендовать себя. То есть не в настоящее время, а ранее. Проголосовать за народного участкового из Рязани можно до 10 числа. А итоги всероссийского конкурса подведут накануне профессионального праздника участковых уполномоченных, который отмечается 17 ноября. Денис Леева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 3 ноября в Рязани состоялось открытие первого в городе экипировочного центра «Блокпост». В магазине представлен широкий ассортимент товаров для работы и активного отдыха. На открытии побывала Мария Рудая. Более 700 наименований товаров в одном месте. Миссия магазинов «Блокпост» – с любовью к людям. Обеспечиваем всем необходимым для работы и отдыха. Это федеральная сеть. Уже открыто около 60 магазинов по всей стране. Теперь магазин «Блокпост» появился и в Рязани. Здесь действительно можно купить практически все для активного отдыха, работы и занятий спортом. Геннадий Коновалов стал одним из первых покупателей. Он ведет активный образ жизни, поэтому пройти мимо просто не мог. Велосипедом занимаюсь их. Вот сейчас скандинавской ходьбой начал заниматься. Смотрю, у вас тут даже есть палки для скандинавской ходьбы, тоже интересно. Интересно, интересные цены и все сочетание всего и вся. То есть и спецодежда, и, посмотрю, для спорта можно что-то подобрать, для активного отдыха. Так что здорово. Среди множества товаров для туризма, спецодежды, одежды для сотрудников полиции, охраны или медицинских организаций, промышленной сферы, рыбалки и туризма в магазине «Блокпост» представлен широкий ассортимент одежды для детей. Михаил Злобин пришел сюда с папой, но привлекла его внимание далеко не одежда, а витрина с пистолетами. Пневматические, тренировочные, чтобы как можно было тренироваться, выбивать пистолеты из рук. Для разных целей. Здесь есть мишени, рации всякие.
рогатки боевые, топоры, ножи, бинокли, очки. В ассортименте есть одежда как отечественных производителей, включая пошив на собственных фабриках, так и зарубежных производителей. Поэтому качество всегда высокое. Отдельно стоит сказать о товарах для охоты, рыбалки и туризма. Здесь можно приобрести полную экипировку, начиная с палатки и спального мешка и заканчивая посудой для похода. Резиновые сапоги, костюмы с флисовой ткани, которые не намокают, не продувается. В его комплект входит москитная сетка, обувь, термосумки, сувенирная продукция, термобелье. И это далеко не все. Ассортимент будет пополняться. Здесь довольно огромный ассортимент, большой, и очень много нужных вещей, даже мне как женщине. И обувь, и одежда, и какие-то, может быть, аксессуары посмотреть для дома. Вот что-то походное. Мы много путешествуем по мере необходимости на две страны. Много городов проезжаем. И вещи, представленные в этом магазине, нам очень будут необходимы. В честь открытия магазина «Блокпост» в Рязани покупателям предоставили дополнительные скидки и 1000 бонусов на карту, которыми впоследствии можно будет оплатить до 20% покупки. Здесь действует дисконтная система, а также работает сайт, где можно заказать необходимый товар, если вдруг в магазине его не окажется. Вас ждут ежедневно по адресу улица Грибоедова, дом 14, магазин «Блокпост». Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 5555.